Всем привет! С вами я, Николь. И сегодня я буду рассказывать... Вернее, я буду... Хотела рассказать о новой рубрике «Игра в ситуации». Например, ну, вы должны будете писать мне свои ситуации. Ну, не свои, а придумывать для меня ситуации, например. Что ты будешь делать, если ты станешь большим ананасом? Ну, и я должна буду ответить то, что бы я сделала в такой ситуации. Ну, конечно же, необразимые ситуации надо задавать. И как только у вас появляется возможность, сразу просто пишите в комментариях. Просто запишите меня этими комментариями. И да, я не держу телефон. Я нашла подставку для телефона. Прикольная подставка, кстати. Правда, руки сильно видны, да? Но это не важно. Я могу вот так снимать. И тогда руки будут не сильно видны. Ой, точно, что-то я не подумала про это. Что могу ближе подходить. Ну и, пожалуйста, пишите свои ситуации, чтобы я их выполняла. Николь, ты серьезно собираешься выполнить ситуации невообразимые? Ну не выполнять, а представлять, что бы я сделала. А, ну окей. Иди сюда. Мое видео. Дайте мне поучаствовать на канале. Всех люблю. Пишите, пока.